Теперь без посредников. Гомель перешел на систему прямых расчетов за тепловую энергию. Впредь горожане платят за потребленную услугу напрямую производителю. В данном случае компании «Гомельэнерго», минуя коммунальное предприятие. Для этого заключаются прямые договоры между энергетиками и жителями. Охват – 3 крупногородских района и около 2000 многоэтажек. Схема позволит снизить затраты, повысит качество услуг и исключит из процесса лишние звенья. Напомним, другие регионы в стране до сих пор рассчитываются за отопление через посредников. После начала эксперимента в системе жилищно-коммунального хозяйства города Гомеля высвободилась часть специалистов, которые непосредственно занимались расчетами по тепловой энергии жилых домов. И данные люди на сегодняшний день уже были использованы на других работах. Ну и, соответственно, это дало экономию финансовых средств. Любой посредник – это дополнительные какие-то расходы. В данной ситуации они исключены. Раз. Во-вторых, это дисциплинирует самих же жителей, когда они платят непосредственно поставщику услуг. Потребитель может и напрямую пожаловаться в организацию, которая предоставила некачественную услугу. Это еще одно преимущество. Перед тем, как перейти на новую систему расчетов, в Гомеле провели эксперимент, который доказал ее эффективность. На очереди все остальные города области.